Друзья мои, сегодня мы попробуем немножечко прибраться вашими силами, общими усилиями. Не только те, кто сегодня приехал в качестве волонтеров из города Казани, но и те местные жители, которые захотят к нам присоединиться, как вот этот замечательный молодой парень, у которого пока только расслабляется, но я думаю, что он сегодня тоже возьмет мусорный пакет и поможет нам коллективно сделать так, чтобы Алаишево и прибрежная зона возле Кама была еще чище. Друзья мои, все легко и просто. Те, кто еще не получил замечательную униформу, обязательно возьмите. Вот здесь слева мы выдаем вот такие зеленые маечки, вот такие зеленые кепочки, для того, чтобы не напекло сегодня фантастически летняя погода, учитывая, что мая не было, июня не было, июль наконец-то наступил, он не может не радовать. С собой обязательно берем воду, друзья мои, в целях безопасности, сами понимаете, сегодня жара, сегодня хорошая температура. Вон там стоит вода, кстати говоря, справа от сцены, ну если смотреть на сцену, то слева, соответственно, не забудьте взять с собой водичку, ну и, конечно же, инвентарь. Инвентарь у нас сегодня грозный, оружие мощное, это перчатки, ну и вот такие пакеты, черные пакеты, которые, если кто-то еще не взял, обязательно здесь возьмите, они вам пригодятся. Дорогие друзья, по нашей команде, команде ведущего, сегодня буду с вами я, меня зовут Анакентий. Друзья мои, мы отправляемся вот в эту лесопарковую зону. Видите деревья в конце набережной? Там у нас целых, по времени целый час для того, чтобы привести эту парковую зону в порядок, для того, чтобы убрать ее от мусора, и чтобы она благоухала, сияла, и местные жители, также те, кто и приезжает сюда в гости в Алаишево, могли действительно отдыхать с удовольствием и безопасно, что не